Привет. Небольшой обзор еды. Мятые фрукты, но вполне нормальные. Мандарин. 35 рублей. Да вообще все это 35 рублей килограмм. Мандарин вообще отличный, вообще без дефектов. Немного кисловатый, но они сейчас какие-то все недозрели немного. Яблоко Golden. Такое желтоватое. Они бывают зеленоватые. Это желтоватое. Отличное яблоко. Ну, вот здесь сбоку ударилось. Я срезал. И груша. Груша. Я забыл, как сорт называется. Это турецкая, по-моему, груша. Нормальный вкус вполне, чуть, я бы сказал, немного кисловато, чуть бы послаще была бы, было бы лучше. Но вполне в нормальном состоянии. И то же самое стоит 35 рублей. Дешевле картошки. Ну, мытая, естественно, картошка. Не мытая картошка. 30 рублей, мытая 50 рублей. Блин, фокус сбился. Ну, на этом все. Ну, здесь сами понимаете, мандарины 100-150 сейчас стоят, эти яблоки 120. Груши 100-150. Чуть ли не по 200. Так что сами смотрите. Ну и тут получилось вот несколько мандарин было. Это было 1,5 килограмма где-то. 50 рублей это получилось. А если бы по цене сетевых, это было бы в 3 раза дороже. Это было бы 6,3. Даже нет, там дороже 100. Даже 4 раза. 4,5. 300 рублей было бы, а не 50. Ну, такие расчеты. Всем пока. Всего хорошего. Подписывайтесь, ставьте уведомления.